За ликвидацию департамента здравоохранения мэрии Ярославля сегодня проголосовала комиссия муниципалитета. Упразднение Горздрава связано с реформой системы медицинского обслуживания, а именно с передачей муниципальных лечебных учреждений в областное подчинение. В мэрии Ярославля пообещали, что все сотрудники департамента, а там трудилось 44 человека, будут трудоустроены. К апрелю они должны освободить здание, расположенное возле Вечного огня. Там планируется разместить городской департамент образования, который сейчас занимает дом 27 Поволжской набережной. Этот старинный особняк в самом центре Ярославля в перспективе собираются выставить на продажу. В связи с передачей учреждений здравоохранения в собственность Ярославской области с 1 января этого года, сегодня комиссия муниципалитета приняла решение о ликвидации департамента здравоохранения мэрии города Ярославля. Напомню, что в его составе работало 44 человека, муниципальных служащих и технических служащих. Теперь это полномочия областного департамента здравоохранения. И для осуществления полномочий местных органов власти, а их не так много осталось, в структуре управления по вопросам семьи и детства мэрии будет создан небольшой отдел в количестве 4 человек, который будет осуществлять те вопросы, которые относятся к компетенции мэрии города Ярославля.